что? Домой? С Богом? Домой. С Богом. Наша деревня, февраль месяц. Да. Вот, поехали. Вот наша деревня, вот наш дом родной. Да, вот по дорожке едем. Вот качусь я в санках из горы крутой. Так. Конечно, качает. Но как-нибудь. Так. Вот такие места пропадают. Места красивые, между прочим. Вот дом продается у нас в деревне. Да. Кирпичный. А дуб какой у дома? Дом. Дуб, да, какой? Дуб он какой. Вековой. Красота. Могучий. Гаражом. Что ты? Правда, еще и гараж вот. Пустой. Уже там. Вот по дороге едем. По дороге. Дорога хорошая, между прочим, в деревне. Круглогодичный подъезд. Там река разлучена. Свести потом. О, тоже, смотри, снеговик кто-то сделал в деревне у нас. Так, едем, едем. Тут вот заброшенный дом, не знаю, вообще никого нет, хозяина. Вот, вот дров сколько. У всех столько земли, тут по 50 соток. Вот. Тут дом продается. Хозяева умерли. Дети дом продают. Земли тоже много. 50 соток, то и больше. Вот сарай продается. Вот у нас выезд из деревни. А мы посередине деревни живем. Не все снято. Вот старый мост. Теперь уже по нему не ездят. Вот сейчас мы выйдем. Вот дорога, которая немножко идет вдоль трассы, буквально 100 метров, и мы в деревне. Вот дорога, а вот деревня там наша. Вот. Очень много заброшенной земли. Я вот потом выставлю, может, кто-то заинтересуется. Это Псковская область, Островский район, деревня Коломница. 10 километров до города Острова. Там трасса какая идет, Саша? Санкт-Петербург-Киев. Санкт-Петербург-Киев идет трасса. Остров, город сам стоит на трассе. Вот. Мы сейчас вот повернем на... Палкино. На дорогу районную до Палкино. От нашей деревни до города Палкино сколько? 20 километров. Вот 20 километров. А до Пскова от нас 55 километров. Так что вот, может, кого-то заинтересует. Вот видите, мы живем на границе Островского, да, Островского и Палкинского района. Очень хорошо бы, если деревня не погибла, люди приехали. Деревня стоит на берегу реки Великой. Вот, рыбалка, да, в живописном месте, на высоком месте, на буте. Никогда не бывает у нас никаких, как говорится, ни луж, ни сырости, потому что стоит на такой, на возвышенности, а река внизу. Вот. Так что такие дела. На сегодня все.